Вот мы спустились с голубятни. Сейчас вот поднимались детские, наш лагерь стал. Мальчики, потом девочки. Господи Боже наш, слава Тебе! Мы благодарим Тебя, Господи, что спас нас от несчастного случая, послал доброго ангела-хранителя. Защити это место от воров, желающих причинить нам ущерб. И благослови всех врагов наших, проявление их милости, не по делам их суди, но по милосердию Твоему. И нас помилуй, Владыка, благослови путешествующих братьев наших, Игоря, Людмилу и же с ними. Всех приезжающих и отъезжающих, приготовь готовящихся к крещению. Мы просим Тебя, Владыка, даруй духовное рождение патриарху, епископам, священникам, правителям, дабы все были водимы Духом Святым. Тебе, Владыка, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Господь и Бог наш Иегова. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Ну что, довольны? Да! Так, что у нас дальше по программе? Фильмы. Бил девочек. Каких именно? Где они девочки? Он взял крапиву, мне по ногам прошел. Крапиву по ногам ты бил? Нет, я не бил ее. Он желал познакомиться. Крапивой? Это есть, говорит, вот идет девчонка-то, а он ее кирпичом. А она спрашивает, ты зачем меня ударил кирпичиной по плечу? А я зато тебя ударил, познакомиться хочу. А знакомиться ты не с кем, она уже лежит. У тебя так же получается, так? Да. Так, бил или не бил ее? Я ее просто задел нечаянно. Нечаянно задел, понимаете? Это большая разница. Нечаянно. Он вот так вот подошел, я сидела на траве. Я просто хотела наклонить. Подожди, сейчас он говорит, сейчас она говорит, да говори. Взял крапиву, вот так вот мне по ногам. Я просто хотела наклониться. Он говорит, наклониться хотел. А крапива где была у тебя, в руке? Да. А почему ты к ней должен был подойти и наклониться-то? Это посягательство уже на чужое достоинство. Тем более лагерное, это совершенно отдельная деревня. Мы тебя предупреждали. Еще какие жалобы? Вот, у Леры. Так вы как, вы верите в это? У Леры. Вы верите, что он ее крапивает? Да. Давайте проголосуем. Кто за то, что нечаянно он это сделал? Подожди, нечаянно. Не хотел, нечаянно получилось. Два. Кто за то, что умышленно сделал? Смотри, Илюша, подними голову. Смотри, сколько людей. Я там не был, но я должен довериться. Хорошо, дальше. Кого еще он сделал? Меня. Говори. Тебя. Он что? Меня ударил тарзанка по голове, у меня вся голова. Да это не я. Подожди, это сейчас, ты меня ударил. И а как ударил? Он меня один раз, когда вот так-то покрутился и ударил меня. Это больно было? Да, и по... А чем ударил? Тарзанкой. Тарзанкой прям. Ну, случайно. Это, говори. Это не он, это не я сделал, а этот мальчик. Вот этот. Он накрутил и сам. Так, он говорит, что ты отпустил и тарзанка ее ударил. Я закрутил, но я не отпускал сильно. Ты отпустил это не ее? Илюша ее ударил? Нет, она из-за того, что закрутилась, полетела. Ну из-за тебя. Ну вы видели, что среди вас девочка стоит? Вы это видели? Я хотел вот эту забрать, вот эту забрать тарзанку, а я не успел. А зачем ты хотел забрать? Покачать. Чтобы она не ударила. Чтобы у него намерения-то были хорошие. Он и не хотел тебя ударить. Так, верите ему, нет? Да. Но потом я подошел и покрутился это и ударил. А крутил-то кто ее? Он сам. Я сначала, я ее потом остановил. Он остановил ее все-таки? Нет, он не остановил, он потом покрутился и начал, я так-то стояла, а у меня блок ее делал. Я тебя не ударял даже. Он не ударял ее даже? Он ударял, у меня даже шишка была. Ну давай так, он ударял, значит теперь что-то с ним надо делать. Я его наказывать буду. А если не ударял, ничего больше не было. Просто несчастный случай. Какой вариант лучше? Б. А? Б. А? Б. А? Б. А?
ногах когда. Фрося, уйди оттуда, что ты села рядом с мальчиком? Я не понимаю, что на базаре где-то. Ты не понимаешь, что совсем? Так что, наказать его или лучше за это, за тарзанку простить? Простить. Тарзанка отошла в сторону. Саш, твои обвинения какие? Давай. А мне еще одно было. Подожди, это уже тяжелая артиллерия пошла. Мне еще одно было. Пока он играет футбол, он бегает, всех по поту бьет. Это правда. Да, голи бьет. Крапилой. Меня еще одно было. Не, не крапилой. Нет, он молчил. Он ладошкой и убегает. Ты так делал? Да. А зачем ты это делал? Я хотел, чтобы мы выиграли. Вы понимаете, вот намерения-то у него хорошие были. Но не выше бы, он стукнул по спине, но не достал. Нет, девочки, у меня еще одна есть. Да тихо ты, иди. Мы можем поверить, что он... Это так дело, чтобы они выиграли. Его Веня просил. Его Веня просил. Надо иметь в виду, что это не девочка, а муж будущий. И он думал, как разогреть их. И он их разогревал. Его Веня просил. Меня еще его Веня просил. Веня просил, чтобы ты бил? Да. Нет. Веня просил, чтобы ты бил. Веня не просил, чтобы ты бил. Просит, ты что на Веню все собираешь, что ты вообще не причем? Никто никого не просил. Веня сказал, бей, не бей, а просто подгоняй, и все. Мешать, он говорил. Да, мешать им под ногами, чтобы, кстати, ну, выиграть. Да, чтобы выиграть. Ну, а мы все равно выиграли. Нет, не виновен. Этого больше не должно делать. Закаш, сколько раз ударил кого? Меня один. Один тебя? Два? Один. Один, два. Два горящих за них. Это уже определенно. Так, эта девочка уже мы, она просила. Нет, у меня еще одно было. Да. Он меня еще вот за кофту и за юбку чуть бы наполнил. Ну, как бы на землю не уронил. Да, он дергает. Ну, понимаешь, он не деревенский. Илюша, мы говорили, к девочкам нельзя прикасаться. Это опасное творение. Очень опасное. И очень дорогое удовольствие, поэтому лучше обойти их стороной. Так, кого он еще ударял? Мне главное, кого ударял. Обзывал кого-нибудь или нет? Нет, никого не обзывал. Обзывал. Он на всех кричит. Как обзывал он? Меня. Я тебя не обзывал. На меня говорил. Андрей, у тебя не обзывал. Матершинными словами? Да не может того быть. Он на Леониду обзывал. Она мне вчера сказала на букву С. Матершинными словами ты говорил? Да. О, брат, за каждый матерок я тебе 5 горящих. Пошли со мной. Еще. Вот сюда, сюда, пошли. А вы молитесь, повернитесь сюда. Мы пошли сейчас с него, снимем эту порчу. И он будет с вами. Мы его снимем, он всегда будет смотреть. Кепки сняли. Измейтесь над ним. Жалко все-таки. Тихо. Ну все-таки человек. Господи, милости своей ради. Тихо. Помоги Илюше. Не оставь его без помощи твоей святой. Очисти его, Господи, от всякого зла, от всякого греха. Господи, даруй ему мужество вынести наказание. Принять этот урок. Господи, не оставь без помощи твоей святой. Хватай его! Кирилл такой, хватай его, и сам за мной. Хватай его, он будет! У меня вообще 7 горячих делали. Не разговаривай, мы тебя очистим. Держи, я поймаю все равно. Я знаю, пока не будет, не бойся. Так, все, молимся, молимся. Хватит болтать языками. Кепки сняли. Помоги душе.
места и без помощи твоей святой. Прибудь, Господи, с ним. Просто смеяться не нужно. Прибудь, Господи, с Илюша, очисти его, убери. Помоги ему, милосердный Иисусе, чтобы он никого не обижал, ни с кем не дрался. Обрати его к вере истины. Доведи до Царства Твоего Небесного, милосердный Иисусе. И все, в чем было упущение в воспитании, Господи, разуми родителей, чтобы они направили ребенка на истинный путь. Не оставь без помощи Твоей святой родителей и Илюшу. Прибудь, Господи, с ним, нам всем даром мудрости. Воспитание детей. Детям, Господи, даруй послушание. Даруй, Господи, детям страх Твой великий, чтобы не совершать греха. Не оставь нас без помощи Твоей святой, милосердной Иисусе. Очисти нас от всякого зла, от всякого греха. Да будет на все с нами не наша воля, но Твоя. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Не надо никому поворачиваться и смотреть, ребятишки. Это мог оказаться каждый из нас. Каждый мог пойти, кого-то шлепнуть, кого-то помешать. Вот просто в игре Веня его подбил на то, чтобы он иди помешай, чтобы мы выиграли. А он по-своему это понял, как помешать. Он давай их шлепать, давай их задирать, кого крапивой ударить. Он мешал, он выполнял приказ Вени. Он глупый, Веня-то здоровый лоб. Такое ему сказал. С Вени тоже надо спрос еще иметь. И весь Вени нужно спросить. Он бесноватый. Кепки снимите. Стоят уже опять. Буйно бесноватый. Смотрись. Только что там лежала. Не крещеный, нехрист, баптистский. Боже милости, будь мне грешен. Создал мне Господи, помилуй меня. Я 16 грешил, Господи, прости меня, грешил. Прости, Илюшу, что больше никогда не делал. Ты в лагере хочешь приходить? Приходи, тебя никто не будет трогать, и ты не трогай никого. Это не годится, такой маленький пацаненок матерится, бьет, каждый жалобу. Я что на тебя должен делать? Ты попросил, из-за палочки там был, я тебе палочку сделал. Что надо, то и делаю. Прям винтом весь идет, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Крапиву боится. Да крапиву разве можно бояться? Давай договоримся так, или ты исполняешь, что мы говорим, а то ни на костер, ни в лагерь больше не приходи. Ты голову сложишь где-то, тебя Господь просто выбросит из этой жизни. Покостить, пожалуйста, говорит, пока сливый, но трусливый. Я тебя еще на улице поймал, что-то к тебе придрался или еще, когда весь лагерь против тебя. Мне надо заниматься с детьми, а только все, Илюша взял, Илюша взял, Илюша ударил и где-то. Будешь еще это делать, нет? Скажи, больше никогда никого не буду трогать. Больше никогда не буду никого трогать. И материться не буду. Ничего с тобой не будет. А то он никому не подчиняется, главное. Ни Веньке не подчиняется, ни матери, ни бабе. Тут вот будешь ходить у меня как положено. Смотри, какие у меня ребята, гляди какие. Да разве от них ты убежишь? Они желали где? Давай. Я хочу сказать, поближе. Что Веню тоже нужно поговорить с Вениамином. Так. Он ему что сказал? Ты отвлекай, ты мешай, чтобы мы выиграли. Да не важно, что он ему. Но материться-то зачем? Ну материться, да, он его не дал. Когда они играли, он к каждому ребенку подходит, то палкой ударил, то еще подходит, жалуется. Ну вот он так, может быть, исполнял то, что Веня ему сказал. Да Вени-то нету там, нет, когда был нет, нет, палкой. Сестра, нет? Я говорю тоже, вот, например, Андрюша во время футбола, говорю, мешайся там. Под ногами, ну как, отбирай, он тоже так же мешается. Он не понимает, что там по жопе надо хлопать, это чисто его. Ну куда это годится-то? Ну. Это совершенно бесконтрольный, он не понимает, что творит, что ли? Он совершенно нормальный парень, действует, это беснование. Этого не надо бояться. А теперь что скажут? Нас не касается это. Он пришел на моей территории, у меня пакостит здесь. Мы его пригласили за стол, неправильно, одели его, накормили. Так, если ты хочешь к нам приходить, скажи, хочешь быть в лагере? Приходить. Хочу. Все, приходи, мы тебя не отталкиваем. Но если будешь нарушать, буду драть. У нас порядок один. Вон какой ребята большой, вот, и то наказали его за то, что неправильно сделал, ударил кого-то. Мы не можем позволить это. Это осквернение, нас Господь за это накажет.
А ты не умер от этого, ты не переломанный, руки, ноги, ты соленький стоишь. Надень поясок. Сейчас кино будем смотреть, так? Да. Заходите. Смотрите, как я. Я, ты будешь смотреть кино? Да, будет.